Здравствуйте, друзья мои! Сейчас мы с вами сделаем две простые эффектные каменные вазы-капли из самого обычного строительного алебастра. Ну и как обычно в наших алебастровых видео, сначала надо выбрать форму. На этот раз мы выбираем вот такие замечательные бутылочки из-под газировки. Как раз то, что нам надо. Обрезаем горлышко, снимаем этикетку и начинаем готовить раствор. Пропорцию смешиваем один к одному. Ну и раствор мы будем замешивать прямо в этой форме. Наливаем воду, засыпаем алебастр и начинаем перемешивать раствор пластиковой ложкой. Раствор надо сделать примерно на 3 четверти от банки, чтобы получилась хорошая полая сердцевина у нашей вазочки. А вот чтобы получить каменный эффект, мы будем добавлять в готовый раствор черный сухой пигмент для окрашивания бетона. Масляные или спиртовые красители не подойдут, они полностью меняют текстуру алебастра, а вот сухой пигмент – это то, что надо. Размешиваем его так, чтобы появился эффект каменных разводов. Видите, это удобнее всего делать в прозрачной форме. Мы получаем то, что хотим, и мы видим то, что мы делаем. Если вы добавите немного пигмента, то получите более светлый камень, похожий на мрамор. А если захотите сделать все это потемнее, ну, надо просто добавить еще пигмент. И теперь уже густеющий алебастр будем размазывать по стенкам банки, формируя серединку вазы. Работайте в перчатках, алебастр сильно сушит руки. К тому же перчатка гладкая, ей удобно пройтись по уже готовому дну и выровнять его окончательно. Практически все. Давайте сделаем две таких вазочки, и как вы понимаете, что рисунок для каждой из них будет свой собственный, а значит каждая вазочка получится у нас уникальной. Ждем 10 минут и снимаем форму. Если есть какие-то неровности или затеки, выровняйте их или ножом, или наждачкой, но в целом в хорошей форме вазочки получаются очень ровными, гладкими, вот, и абсолютный эффект камня. Не знаю, я очень довольна. Ну вот, пожалуй, все, что мне хотелось рассказать вам сегодня. Надеюсь, это видео было полезным. И если да, то я буду благодарна вам за поддержку в виде лайков, комментариев и подписок. Творите, украшайте, ароматизируйте и живите просто красиво и счастливо. Увидимся. Пока.